сборы с вечера. Попытаемся все это уместить в Civic. Тебя надо показать. Поставлю сюда. Так, ну все, из джипа половину вытащил. Короче, мы собраны. Какие-то вещи вот еще остались. Но так у нас все, палатка, стулья. Так, ну мы практически собраны. 8 траву и выезжаем. Все, доброе утро. Мы выезжаем. Все практически проснулись. Мы пьем сок с утра. У нас машинник полно. Да, я взял все. Всем нужны зарядки сейчас. Утро, дорогой зритель. Ну, мы выехали. Запакованные. У нас сейчас Civic, как Лада седан, опущена на самых низов. Вот первые лучи солнца. Конечно, не получилось выехать в 5, как договаривались. Любим мы очень сильно поспать, но хоть мы выехали в 5:45. Вот так вот выглядит вся Канада. Пустота, пустота, пустота. Это мы остановились в Олсли. Небольшой городок перед Реджайной. Чуть пройтись, ноги промять. Вот у них здесь небольшой фонтанчик, подвесной мост. Я покажу сейчас. Это уже Саскачеван. Он недалеко находится от границы с Манитобой. Тут рукой подать. 1.5 часа. Также ближайший город большой будет Реджайна. Тоже 1:20, наверное. Все называют городами. Вот население этого небольшого городка 870 человек. Вот, уже считается город. Да? А у меня виндбрейкер. Ой, бедная Наташенька там. Ой-ой-ой, как трудно идти. Какой-то музей у нас небольшой. Очень много таких интересных домов с очень интересными крышами. У Наташи небольшой пэт есть. Страшный водитель. У нас еще снег. Снег лежит местами. Вот завод по изготовлению снега. Так, ну а мы meanwhile подъезжаем к первой остановке на ночь. Город Medicine Hat. Медицинская шляпа. Мы как-то так будем называться. Будем оставаться здесь на ночь. Сейчас покажу наш отель.
Сейчас покажу нашу комнату. Здрасте. Здрасте. Это, короче, будет наш отель. Это наш школе. Это ваш школе. И... из мой джакузи. Вторая комната у нас есть. Чего, цвета нет, да? А, здесь только такие фонари. Прикольно. Прям вообще прикольно. Даже кухня есть. Правда, каких-то 30-х годов, наверное. Так, ну и поркнемся, мы сейчас приедем вот сюда. Больше всего мне нравится, что у нас две комнаты. Редко такое бывает. И самое классное, это вот такие вещи. Они такие теплые. Наша машина. Другой придурок на Сивике. Кто-то улетел! Давайте нашего попытаем. Это автопай! А не, вон они. Короче, уехали мы с того отеля. Не смогли мы там остаться. Очень-очень грязно. Один бассейн спущенный был. На что мы хотели сразу уехать, отменить. А сказали, что есть второй бассейн. Пока мы там посмотрели комнаты, переоделись, пошли во второй бассейн, а там Тина плавает. Розетки выкрученные, провода висят. Ну и, короче, сели, отменили все, резервацию отменили. И едем сейчас в другой, чуть ближе еще к горам. Город полностью питается от солнечных панелей. Гряды, целое поле стоит. Вот их. Целое поле. Что казали? А? Что казали? Все, заходим? А, я не знаю, надо маму спросить. Excuse me, where did you put us? Which room? 109, окей, okay, thank you. А я сказала, я вам говорю. Так, у меня рум-тур по комнатам. Сразу же, это у нас ванна-туалет. Красота и чистота, не по-индусски как. Что это за секрет-рум? Детей провинившихся сюда ставить. Так. Наши супер кровати. Наташа готова уже в бассейн идти. Видно у нас из окна пляж Малибу. Yeah. Amazing view over there. На память, то, как мы в горы ездим и кушаем бейдабовые. Где ваша курица? Она не села. Серьезно? Но вы ей хоть что-то дали? Да, вон там есть салат. И она не стала есть? Ну все, выезжаем еще дальше, ближе к горам.
Чай? Ты без куртки? Лучше бы ты одела. Почему ты... Не высохло еще? Думаю, у меня есть хорошая возможность показать, как дети не слушаются и намокают. О боже. Ты в кадре? Мы приехали на кемпграунд, мы гуляли по речке и увидели кемпграунд. Есть такое понятие, называется first come, first serve. Это там, где тебе не нужно платить за остановку. Типа приехал, свободно, и ты можешь остановиться себе с палаткой. Сейчас покажу, как это выглядит. Небольшие такие кемпсайты на семью стоят. Фаерпиты. Мангалы на русском, наверное, будет правильно. Столик. Обязательно будет инструкция про медведей. Да, нельзя оставлять вещи, привлекает животных. Все должно быть спрятано в кулеры, пакеты. Вот. И здесь их несколько вот таких. Там дальше люди сидят. Кстати, мне на заправке сказали, что будет дождь. Мы не взяли тент. Так, ну начинаются виды, от которых кружит голову. Коль, дай Наташе ручку. Аккуратно, не дергай ее, Наташа. Наш перекус. Печеньки, суп полностью. Печенька сделана из супа. Сублимированный суп. Кушаешь, а животик ее превращает в суп. Приехали купить пропуск на парке. Ну, вот наш ночлег, наш лесной домик на ночь. Это мы в национальном парке, парк Кананаскис. Вот такая у нас будет вигвам. Это вот рум-тур. Спокойно, вчетвером можно... Окно тоже найти. Посмотри на окно. Суперски. Тут уже кто-то пришел, ломится. Ну, тепло. Печка керосиновая. Греет. Видно, что красненькая. Ну, бомбезно.